Привет, родные и дорогие. Выбрались мы на рыбалку. Выбрались мы на плотину ГЭС. Рыбаки сидят. Ну что из этого выйдет, смотрите дальше. Если видео вышло, значит было интересно. Погнали. Вот такой вот подлещик клюет. Плохой. Вообще копилку. Ага. Где он? Вот он, такой окунь. Очередная поклевка.
клевка. Пытается прям вообще нормально. Наверное, опять криво зацепился. Паук не знаю. Есть. Поверх плавает.
Вот он, вот он подлещик. Сопротивление прям вообще приятное в руку. Придется обрывать. Честно поймал, как он. Да сюда, вот так придёшь.
походу дела. А? Сошел прям хороший. Было прям такое сопротивление, пару хлыстов ощутилось и сошел. На этом у нас все. Рыбалка закончилась. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки, комментируйте. Вот здесь вот появится ссылка на Инстаграм. Там вы можете тоже увидеть много чего интересного. Все, что касается рыбалки, все, что касается копа, приборного поиска с металлоискателем, все в Инстаграме тоже есть. Также там появляются видео, которые не вошли в основной ролик. То есть прикольные нарезки, прикольные моменты. До новых встреч. Всем пока-пока.